Вот прошло 2 дня. Обратите внимание, тот чеснок, который я вам показывал, тоже стрельнул. Вот тот первый уже вырос. И, в общем-то, этот ролик посвящен луку. Период покоя. Обратите внимание, появились зеленые ростки. В нарушение всех норм природы лук начал прорастать. Ну а чеснок вы сами видите. Вот уже какой. Это 2 дня. И вот этому 7 дней. Он уже почти достиг ламп. Уже можно использовать в кулинарию. В следующих роликах я буду пробовать другую зелень.